Привет! Сегодня расскажу про инструмент Soft Selection в Maya. Инструмент Soft Selection представляет из себя воображаемую кисточку с распространенным градиентом от центра к ее краям. Откроем Tool Settings. У инструмента Move Tool найдем вкладку Soft Selection. Вот настройки этого инструмента. Soft Selection включается нажатием кнопки B. Видим, здесь появилась галочка. В объектном режиме он работает, соответственно, в режиме Object. Если мы попробуем перемещать один объект, то видим то, что недостаточно большая кисть. Увеличиваем размер кисти, зажимаем кнопку B и левой кнопкой зажатой увеличиваем размер градиента. Вот видим то, что второй объект начинает попадать в зону действия градиента. Перемещаем. Второй объект начинает двигаться. Чем больше размер кисти, тем сильнее она реагирует на, действует на соседние объекты. Перейдем в режим редактирования. Отключим пропорциональное выделение. Режим выделения вертексов. Выделим произвольно вертекс. Включим Soft Selection, кнопка B. Здесь перейдем в режим Volume, объем. Уменьшим кисть. И вот он, этот самый градиент. То есть мы начинаем двигать один вертекс, за ним двигаются все остальные по огибающей. Форму огибающей мы можем менять в пресетах. Пресеты кривой. Либо создавать собственные. Вот в этом окне. Этой кнопкой мы сможем скинуть кастомную огибающую. Как можно применить на практике этот инструмент? Допустим, у нас есть какой-то объект, и мы хотим, давайте сделаем образ котика, включим симметрию. Так. Регулируем кисть. Инструмент Soft Selection работает не только с перемещением, но также с вращением и с масштабированием. Ну, получилась мордочка котика за всего несколько движений. Даже суслик какой-то получился. Ну, принцип понятен. А на сегодня все. Спасибо за внимание.